друзья и случайно зашедшие. Я странный дядька, вы у меня на канале. И сегодня речь опять пойдет про квадрокоптер FIMI X8 Mini, который уже снабжен всеми теми обязательными аксессуарами, которые можно купить на Алиэкспресс, и про которые было предыдущее видео, которое, если вы не смотрели, то вы сможете посмотреть по ссылке, появляющейся здесь. За последние 10 дней, по-моему, первый день, когда светит солнце и не идет дождь. И практически нету ветра. Поэтому я решил, что сегодняшний день это идеальный, так сказать, вариант для того, чтобы провести испытание этого прекрасного китайского квадрокоптера на практическую дальность. Тут надо пояснить, что такое практическая дальность. В характеристиках на это квадрокоптерическое изделие FIMI X8 Mini указано, что дальность его работы 8 километров, то есть на расстоянии 8 километров в чистом поле от контроллера квадрокоптер будет принимать сигнал управления и типа передавать сигнал видео. В этом я, честно говоря, очень сомневаюсь, потому что предыдущий мой квадрокоптер DJI Mini 2, несмотря на то, что у него в характеристиках указана дальность работы 10 километров, никакими 10 километрами там и не пахло, где-то примерно на расстоянии там 600-800 метров терялась видеосвязь, при этом сигнал управления, контроля все еще, так сказать, работал, то есть дроном можно было управлять, но обратной связи видео уже не было. И, ну, в таком режиме летать довольно стрёмно, а самое главное, что бессмысленно, ты же не видишь, что ты снимаешь и как ты снимаешь. Поэтому практическая дальность у DJI Mini 2 была соответствующая 800 метров. Сегодня мы попробуем выяснить, какая же практическая дальность у этого дрона. Мы не будем улетать на те самые заявленные 8 километров, потому что это бессмысленно, потому что, скорее всего, у него оттуда не получится вернуться. У него батарейки-то всего на полчаса полета. Но он не успеет улететь на 8 километров на одном зарядке батарейки. То есть где-то там... Чуть ближе к концу батарейка просто сядет, и он где-то упадет. Сегодня в ходе нашего испытательного полета мы будем следить не только за расстоянием, которое по прямой от нас отделяет наш прекрасный квадрокоптер. Чтобы он не только улетел на максимально возможное расстояние, чтобы он все это время снимал видео, чтобы у вас была обратная связь в видео-видео, и вы видели, собственно говоря, что вы снимаете дроном, но и при этом, чтобы еще оставался заряд достаточный для его возврата. Запустимся и полетим в ту сторону. Почему в ту сторону? Ну, потому что сегодня ветер оттуда. Таким образом, туда дрон будет лететь против ветра, а обратно полетит по ветру, то есть вернуться ему будет, ну, скажем так, больше шансов, нежели он будет возвращаться против ветра. На какое расстояние мы улетим в ту сторону? Ну, первый критерий это потеря видеосвязи. Если потеряется связь, то естественно мы с этого расстояния будем возвращаться. Если связь не потеряется, то мы будем лететь до э, оставшейся емкости батареи в 51%. Как только емкость батареи упадет до 51%, мы, естественно, нажмем кнопку возврата домой, чтобы он по кратчайшей траектории возвращался домой, с тем, чтобы ну, не потерять его и не искать его потом где-то в лесу или где-то еще. Где мы полетим? Здесь бывшее колхозное поле, что нам гарантирует отсутствие каких-либо помех. А полетим мы, так удачно сложилось, что ветер сегодня дует практически со стороны Ладожского озера. Соответственно, полетим мы вдоль берега Ладожского озера, но ну не вдоль самого прям берега, а по бывшему Путиловскому тракту. Вот туда в лес уходит такая грунтовая лесная практически заросшая дорога, по которой иногда кто-то ездит на внедорожниках. То, что мы полетим на квадрокоптере вдоль этой дороги лесной, вдоль этого Путиловского тракта, оставляет нам хоть какой-то маленький шанс на то, чтобы в случае чего, если что-то произойдет, то где-то там его на полянку или на саму дорогу посадить, а потом до него доехать, попытаться ли дойти и забрать его. Что у нас тут с аксессуарами? Я прилепил вот эту вот моргалочку. Сейчас мы ее включим. Как вы видите, она моргает синим цветом. Снизу прилепил еще одну такую же моргалочку, тоже синего цвета. Вот мы ее включили. И вот она заморгала. Свет этот синий, но почему-то выглядит сейчас на солнце как белый. Ну, неважно. А еще вот здесь световозвращающие и светонакопительные полоски на всех лучах, а также вот здесь сверху, ну, для того, чтобы дрон стал чуть более заметным. Надо будет сюда еще где-нибудь сверху написать свой номер телефона, потому что если я его где-нибудь потеряю, а кто-нибудь его найдет, чтобы у этого кого-нибудь была возможность со мной связаться и вернуть мне его, а чтобы не получилось так, как с моим предыдущим дроном DJI Mini 2. Если вы эту трагическую историю не смотрели и не слышали, то вот здесь будет ссылочка где-то. Посмотрите обязательно этот ролик. Итак, кое-какие сейчас приготовления. Вставляем аккумулятор. Настраиваемся, проверяем, что все работает. После чего меняем аккумулятор на свежий. И полетели. Ставим телефон. На телефоне я включу тоже запись экрана, чтобы. Вам всем подмонтировать и показать, как это выглядит. Включаем запись экрана. Запись экрана пошла. Сейчас где-то внизу у видео я вам подмонтирую вот это вот то, что тут запись экрана, что там на экране происходит. Идем сюда. Запускаем нашу эту штуку. И первое, что мы видим на, эква... на экране, что для дрона вышли обновления. <laughs> обновление камеры, какие-то там исправления ошибок и обновление флайт-контроля. Ну что ж, наше видео сегодняшнее превратилось не просто в испытание на практическую дальность, а еще и обновление квадрокоптера произойдет сегодня. Благо интернет у меня безлимитный, и поэтому мне не жалко потратить немножечко мобильных данных на скачивание. Плюс еще здесь LTE, потому что вышка сотовой связи в непосредственной близости, в прямой видимости. Соответственно, здесь качается очень быстро. Все, Download Successful. Download Completed. Enter Device. Normal. Заходим в настройки. Update Now. Ready to update. Start Updating. Апдейтинг пошел 9-10, 28, 38, 50 процентов. Очень быстро все происходит. Хотя тут смотреть особо не на чего. Бегут проценты, моргает лампочка, квадрокоптер обновляется. Апдейт completed. Что нужно сделать после этого? Ну, даже, даже гимбал встал в горизонт. Давайте все перезагрузим. И квадрокоптер, и контроллер, и application. 5 заново запускаем запись экрана. 3, 2, 1. Пошла запись. Включаем пульт. Одновременно запускаем программу. Говорим Enter Device. Включаем квадрокоптер обратно. Ждем, пока он загрузится. Проверяем все его настройки. Так, законнектился. Проверяем настройки. Нет ограничения флайт дистанса, максимальная скорость, высота максимальная, возвращение 36,6 метров. Ла-ла-ла, спорт-мод, пресайз лендинг. Кстати, вот спорт-мод надо включить. Спорт-мод позволит нам прям лететь Эгигей. Камера. Вот, кстати постоянно после каждой перезагрузки видео сваливается в режим medium. Хотелось бы его иметь все время в хай И эта настройка не записывается, не запоминается. И это прям ужасно. Прям ужасно. Аккумулятор, аккумулятор. Префлайт чек, ла-ла-ла. тун ду ду -ту тун пам бара па па пам И вот эта настройка тоже всегда сбивается. Здесь выбираю режим HDR. Но после перезагрузки как вы сейчас увидите, когда я поменяю аккумулятор, после перезагрузки все это опять сваливается в стандартный какой-то вот расклад. Не знаю почему, но вот это обновление, видимо, этому не помогло. Итак, что мы сейчас делаем? Меняем аккумулятор на свежий, прошлый. И полетели исследовать, так сказать, практическую дальность полета. Гасим квадрик. Берем новую прекрасную батарею. Ни разу не хоженную, между прочим, еще. Не езженную. Не заезженную. Снимаем старую батарею. Ставим новую. Включаем квадрик. Квадрик включился. Ну, на всякий случай повесим себе пульт чтобы пультик тоже о чем-то летел. Запись экрана идет у нас или не идет? Запись экрана идет. Ну, Reddit Go VPU, как вы видите, батарея 99%. процентов VPU спутники я еще и не поймал, как только он позеленеет сразу же мы взлетаем и летим по намеченному маршруту против нашего ветра. Так, идем в настройки. Пока мест. Видео квалити хай. Здесь мы включаем HDR. High Dynamic Range. Включаем запись. Он говорит ready to go. Запускаемся полетели. Я думаю, что высоту мы возьмем, наверное, что-нибудь побольше. 100 метров. Мне кажется, 100 метров это хорошая высота. Ну и полетели мы в сторону Ладожского озера. Я думаю, что немножечко мы будем забирать правее. Вот уже видно, удаленность составляет сколько? 250 метров мы пролетели. Сигнал уверенный, спутников 16 штук, батарея 94%, батарея садится блин, быстро прям. Высота 102 метра, дальность 345. Летим себе и летим. Надо немножечко опустить, наверное, камеру пониже, чтобы хоть примерно представлять, что мы пролетаем. Так вот, у нас там какая-то дорога внизу. Вот я думаю, что вдоль этой дороги это как раз и есть тот самый Путиловский тракт. Вот вдоль этой дороги по Путиловскому тракту мы себе вот туда в леса и полетим. Дальность уже 600 метров. Обычно на такой дальности DJI Mini 2 уже, в общем-то, терялся. Блин, Путиловский тракт настолько уже за это время зарос, что уже не очень-то и видно его. Я думаю, мне надо пройти вот сюда чуть-чуть вперед, отойти от машины. И как только я отошел от машины, сразу мы видим, что сигнал видео улучшился. И все еще продолжается уверенный прием, несмотря на то, что мы дальность уже практически 900 метров. А то еще, кстати, смотрите, после, несмотря на обновление и калибровку гимбала, гимбал все равно завален. Все равно ничего, товарищи фемишники, так и не исправили. Где там он наш? Я уже не вижу этой дороги нашей. Мы, наверное, уже и не вдоль дороги летим. Поэтому, если что, то уже, может быть, и не удастся посадить куда-то квадрокоптер в нормальное место. Здесь у нас обязательно приезжают всякие люди. В гости, потому что ты вроде бы в поле находишься, но обязательно кто-нибудь приедет. Вот так вот всегда. Где можно еще встретить знакомого, кроме как не в... Ну я пишу, да ты мне не мешаешь, в общем-то. Заходи, заходи в кадр. Пусть люди на тебя посмотрят. С этой стороны, с этой. Да, просто видосик, да, я вот я вот запустил квадрокоптер, хочу понять на какую максимальную дальность он может улететь и передавать сигнал. Маленький этот самый фимик, надо только вот сюда выйти за машину, а то уже видео начинает теряться. А ты чего сюда приперся? А, ну так тебе то надо в лес что называется, или прям здесь в поле? Да, да, ты дальше? Ты просто по этой дороге туда дальше к лесу не проедешь. Вот там дальше, вдоль кустов дорога, там поровнее будет. Ну да, я здесь часто катаюсь. Да, ну ладно, хорошо. Ну я тут рядом, если что, вытащу. Давай. Ну вот, наверное, какой-то наш Путиловский тракт или нет. Неизвестно, что это такое. Но смотрите, дальность уже 2100 с лишним метров. Сигнал управления до сих пор, индикатор у него беленький, что означает, что он максимум. А сигнал видео уже желтенький, пожелтел, прям прочно пожелтел. Он еще не красный. То есть есть еще шансы, что все еще работает. Посмотрим, что будет дальше. Держим все это дело как-то вот так вот. В режиме антенн. Опа! И он вдруг автоматически перешел в режим файл сейф return. Сам я ничего не нажимал, ничего не делал. Что-то произошло, но на, высо... на дальности 2450 метров эта штука почему-то решила вернуться сама. При этом ни сигнал видео не пропадал, ни сигнал управления не пропадал особо. Хотя нет, вот пару раз видео-то записывается с экрана, поэтому можно будет посмотреть. потом, что там происходило с видеосигналом и что происходило с сигналом управления. Но дистанция сокращается, это означает, что квадрик возвращается к нам. Я думаю, что мы его сейчас давайте-ка присадим немножко, чтобы он все-таки как-то ну, посимпатичнее хотя бы картинку записал. Летел чуть ниже, скажем так, вдоль деревьев. Батарея у нас еще 70%, поэтому я думаю, что он прям с гарантией успеет вернуться. И опа! И у нас пропал сигнал. И вообще дисконнектед. Но дисконнектед этот произошел. Оп! И опять соединился. То есть где-то мы пролетели над какой-то помехой, что что-то произошло, Произошло прям вот такая штука, прям такой дисконнект. То есть вот опять дисконнект произошел. Может это потому, что я поворачиваюсь или потому, что машина здесь. Но, по идее, все это время дрон возвращается к нам. Интересно, где происходит дисконнект? Это дисконнект происходит, потому что отсоединяется приложение, то есть плохо. Короче, вот этот дисконнект, опять дисконнект, это может быть две причины. Это может отсоединяться сам дрон от пульта, и тут происходит дисконнект. Или это может отсоединяться телефон от пульта. То есть, если вот отцепить проводочек, ведущий к телефону, то, возможно, в этом вся соль. Интересно, телефон заряжается при этом? Да, зарядка идет, значит, провод Телефон как минимум заряжает. А вот связи с дроном? Нету. Ну что, друзья, я, честно говоря, начинаю уже очковать. Связи нету, и она не восстанавливается. Может, он уже и не вернется к нам? Как вы считаете, будет прям чертовски обидно, если он там где-то рухнет без связи, так сказать, с домом. Потому что я даже примерно себе сейчас не представляю, в каком он месте и где он там летит, и как он там. О, восстановилась связь. И даже видео восстановилось. Расстояние 1100 метров. И он прям возвращается со скоростью 9 метров в секунду. Но я прям сейчас вот понервничал немножечко прям так. Очко-то жим-жим, что называется. Да. Волнительное мероприятие я себе сегодня придумал. Ну вот как бы такая история. Так, надо проверить, запись-то хоть там идет или нет. Может, тут уже и аккумулятор сел? Нет, записи уже 20 минут. 20 минут продолжается эксперимент. Дрон где-то там летает, он возвращается. Он уже рядом, я уже вижу. Сейчас мы, наверное, уже увидим себя. Он же возвращается по прямой. Все еще себя пока не вижу на картинке. Вон Серегина машина видно. Это тот человек, который мой знакомый, которого я случайно встретил, и он тут за грибами отправился. Сигнал уверенный. Но причем вот сейчас, на высоте 61 метр, как мы видим, сигнал видео желтенький. Вот иногда белеет, но в основном желтенький. То есть, видимо, высота играет значительную роль, потому что на высоте 100 метров мы умудрились улететь на 2,5 километра, и у нас был сигнал. Потом он сам почему-то решил вернуться. Не знаю почему. Но, честно говоря, прилетел он совсем не с той стороны, с которой я ожидал, что он прилетит. Ха -ха. То есть, улетел я на нем куда-то не совсем в ту степь. Видимо, потерял я, так сказать, все визуальные ориентиры. Теперь главное, чтобы он сел куда-то в удобоваримое место не порубал здесь траву. Но ну, мы сейчас попытаемся его присадить как-то туда, куда надо. Туда, откуда он взлетал. Потому что что-то у него с точностью посадки как-то не очень, будем так говорить. Не очень аккуратненько он, скажем так, сел, но, по крайней мере, сел. При этом у нас еще как видите, 50% аккумулятора осталось. Ну, нифига себе. При этом мы уже слетали с вами на 2,5 километра и вернулись. И все это на половине заряда. И всю эту дорогу, практически всю эту дорогу, сохранялась связь. Можно подвести предварительные итоги испытания. Как минимум, в открытом поле, на высоте 100 метров, Дрон может улететь на 2,5 километра. Почему он сам решил вернуться из этого своего полета? Я, честно говоря, не очень понимаю. Но почему-то он решил, что ему пора возвращаться с 2,5 километров. При этом я не заметил, чтобы как-то прям терялась связь. Или что-то там происходило ужасное. Но вот как-то так. 2,5 километра полета. Все время поддерживалась связь и все время был видеосигнал. Хватило, так сказать, заряда на возврат, и после возврата еще засталось 50% заряда батареи. Считаю, что прям даже такие результаты, это прям уже очень хорошие, прям очень правильные результаты. Получается, что не такое уж и плохое изделие этот FIMI X8 MINI. Тем более, что мой старый квадрокоптер DJI MINI 2 терял видеосвязь максимальное на расстоянии 800 метров. А здесь два с половиной километра уверенной, так сказать, видеосвязи. Я считаю, это офигенно. Если вы досмотрели это видео вот до этого момента, это означает, что нам с вами точно по пути. Поэтому обязательно подпишитесь на мой канал, обязательно поставьте лайк и напишите в комментариях хотя бы привет для меня. Потому что для развития канала и для продвижения видео это очень важно. А вам ведь, наверное, не жалко, помочь мне и моему каналу продвигаться. В общем, такой вот видосик, такой вот эксперимент. С вас лайк, подписка, комментарий. Счастья вам, здоровья, любви, терпения. Приходите еще. Наверное, на этом видосы про дрон, пожалуй, что закончились. И будут видосы уже с дрона. Ну и всякие другие. Спасибо. Пока.